Сегодня срочным порядком госпитализирован пациент 61-го года рождения, житель города Кокшетау, с диагнозом расслаивающейся аневризма брюшной грудной аорты. Пациент экстренным порядком госпитализирован. Целью оперативного лечения, да, приглашен к нам с города Нур-Султан специалисты, заведующий Центром сосудистой хирургии Национального научного онкоцентра Ирланд Гмичан Сагындыков, Землянский Виктор Викторович. Вот здесь выключено. Mm. То есть чуть-чуть не доходит до подключения. Из конечного, да? Да. Есть шанс, что вот отсюда график поставим. Mm-hmm. Мы прибыли из города Нур-Султан для того, чтобы выполнить высокотехнологичную хирургическую операцию по пациенту с острым расслоением грудной брюшной аорты. Да, действительно, это эти операции, которые по восстановлению магистрального кровотока, по восстановлению целостности аорты при таких сложных ситуациях, то есть расслоение аневризмы, расслоение аорты, раньше выполнялись большими разрезами. Там практически открывалась вся грудная клетка, брюшная полость. Вот, операция шла часами, 10-12 часов с аппаратом искусственного кровообращения легких, с кровопотерями и сложными осложнениями в раннем послеоперационном периоде. К счастью, сейчас появились новые технологии, а именно установка специальных графтов именно в грудной отдел аорты или брюшной отдел аорты. Эту операцию мы планируем выполнить сегодня. Она делается из небольшого разреза в области паха. Вот, специальными проводниками доводят этот графт и устанавливают внутри просвета аорты данные изделия медицинского назначения. Да, эти операции у нас в Казахстане выполняются, к счастью, сейчас очень много. Мы уже практически выполнили более 500 таких операций. Дело в том, что сложность, почему редко они выполняются, потому что эти, во-первых, очень дорогостоящие изделия медицинского назначения. Там большие суммы денег. И не во всех клиниках, не все клиники имеют возможность покупать данное изделие медицинского назначения. Вот, и эти операции выполняются только подготовленными специалистами, которые имеют специальный сертификат на проведение данной операции. Уникальность этой операции заключается в том, что эта операция является малоинвазивной. То есть мы сможем ее сделать сегодня этому пациенту без разреза грудной клетки, через небольшой доступ в паху. Это позволит нам с наименьшей травмой победить столь серьезную патологию, как расслоение аорты, которая угрожает сейчас жизни этого пациента. Хотелось бы также сказать, что на сегодняшний день эти операции стали широкодоступны населению республики. И уже сегодня мы можем оказывать их и в экстренном порядке по линии санитарной авиации, как мы делаем это сегодня в городе Кокшетау. Вот. Ну. Вы прилетели на самолете, да? Да. После работы, получается? Получив сегодня вызов по линии санитарной авиации, мы доставлены сюда специальным бортом, экстренным бортом, для того, чтобы своевременно оказать помощь нашему сегодняшнему пациенту.